Даша просто... Мы потеряли нашу... Боже, прости! Пранк вышел из-под контроля. Привет, бро, меня зовут Пози, и со мной сегодня Аид. Всем привет, ребята! И сегодня мы вместе со Славком решили сделать классный пранк. Пранк над его девушкой Дашей. Сейчас она стримит на Ютубе, и Славок решил вместе со мной помочь ее потроллить. Даша запустила стрим, и мы придумали клевую штуку. Да-да-да, в общем, суть такая. Сейчас Славок будет генерировать вопросы, а я ей буду донатить и задавать эти вопросы. И будем мы играть в игру «Правда или действие». Сейчас нам нужно с тобой обговорить, сколько я ей буду донатить. Давай по 200 тысяч. Ты что, с ума сошел, что ли? Ладно, ладно, я понял. По 100к донатим, и все хорошо. Короче, начнем мы с косаря, я тебя понял. Косаря. Так, 100 тысяч, ты что, издеваешься, что ли? Я тебя потом как-нибудь угощу, а? Хорошо придумал. Ставь лайк, если Славок хитрый. Так, ладно, окей, я залетаю с донатом. Давай, подкидывай мне какой-нибудь вопрос. Так, давай, ну давай, раз правда или действие, ты спроси у нее, типа, Даша, что ты выбираешь, правду или действие? Я подпишусь, знаешь как, правда как? Или действие. А ты думаешь, она догадается выбрать? Да, играем в игру. Ну, она посмотрит на ник и подумает, это же игра правда или действие. Ага. Так, правда. А какую правду ей задать? Давай, ты ее лучше знаешь. Логично, ты лучше знаешь свою девушку. Окей, давай что-нибудь придумаем, что-нибудь интересное. Давай. Давай. Во сколько ты первый раз поцеловалась? Правда, во сколько ты первый раз поцеловалась? Действие, наказание, какое наказание будет? Так, давай. Пускай она какой-нибудь стикер себе на лоб приклеит. Мы с Дашей недавно стикеры покупали. Я балбес, например. Приклей себе стикер на лоб с надписью «Я балбес». Да, слушай, это будет прикольно. Так, окей, я закидываю ей 1000 рублей. Будем повышать ставки, я все понимаю, как бы. Повышаем ставки. Слушай, давай так, если она будет отвечать правду, то мы повышаем ставку на 500 рублей. Так, а если действие? А если действие, то это наказание считается. Типа ставка остается прежней. Ладно. Ладно, я думал, просто заработать получится еще. Думал, подниму 1500. Крутяк. 1500. Что бы ты сделал на 500 тысяч рублей? На 500 тысяч рублей я бы много чего мог сделать. Мог бы поддой себя облить. А, вот это жесть, прикинь. Да. Так, залетел с донатом. Давай, слушаем. Так, ты гамка. Короче, ребят, смотрите, в чем суть игры? 58-56. Сейчас Даша такая, ой, спасибо. Мы, значит, с вами завоевываем поля. Что у нее за звук был такой? Тррррр, барабанная дробь. А, это в игре такой звук. А, понял. Так. Ты не туда вел. А что донат не отображается? О! Нет, это не он. Ты, Егор 6 плей. Не-не-не, тут какой-то чувак Карим Каримский. О! О-о-о! Пришло! Тихо, слушаем. Ты сейчас серьезно? Спасибо за 1000 рублей. Играем в игру. Правда, во сколько ты первый раз поцеловалась? Действие, приклей себе стикер на лоб с надписью «Балбес». Отвечай. Черт. Сейчас, я озвучку пропустил. Так, что выберет Даша? Что выберет Даша? Грушу сейчас нажмет. Ну, боже, я не знаю, грушами. Это не ответ. Яблоками. Неправильно. Не знаю, стикер вы все приклеите. Стикер сейчас приклеит. Ну, блин, это минус 500. Заметили, я тут как бы прохожу челленджи. Это минус 500 рублей. Блин, какую странную игру она играет? Что это такое вообще? Это Тривиадор. Там суть в том, что ты отвечаешь на вопросы викторины. Смотри, приклеивает. Приклеивает. Спасибо большое. Приклеивает. Приклеила. Там отзеркалено, смотри. Там. Да. Там написано... Как задом наперед балбес будет? Балбес. Сеп-лап. Сеп-лап надо было. Сеп-лап. В другую сторону надо было бы выворачивать. Она так весь стрим будет сидеть? Боже, так, окей, давай, следующий донат делаем. Ну это выглядит забавно, давай посмотрим, что в чате пишут. Бунт. Мы подняли восстание. Да! Слушай, она же даже не знает, что ты сейчас в соседней комнате вместе со мной сидишь. Конечно, это он-то и суть.
У меня есть классная идея, короче. Давай, я сейчас ей задоначу, правда или действие. И в действие я напишу, что давай ты зайдешь к Славе в комнату и скажешь, что случайно спалила его номер. Так. Как тебе идея? А я буду в курсе, это двойной пранк получается. Да-да, только ты выключи микрофон, чтобы меня не было слышно. А ты знаешь, отреагируй типа, чё? Чё? В смысле? Или сделай такое серьезное лицо, как будто тебя реально как-то обидели. То есть ты сидишь с таким серьезным лицом и такой, ты чё, серьезно сейчас? Типа вот с таким серьезным лицом, типа, ты сейчас серьезно? И она такая, да. А я ей скажу, чтобы она не спалилась. Так, окей, я доначу. Какую правду задать? Правда? Ну давай что-нибудь лайтовое. Не, давай что-то жесткое, чтобы она обязательно действие выбрала. Давай. Наоборот надо. Что-то прям жесткое. Давай, генерируй словок. Кого из друзей ты ненавидишь? Сейчас скажи меня. Это будет очень неожиданный поворот. Действие. Зайди к Славе в комнату. Она до сих пор со стикером сидит. Да, серьезно? Да, она реально со стикером до сих пор. Ладно, окей, доначу. Она сняла стикер, нет! За что? Так, ладно. Если что, готовлюсь, микрофон сразу выключить, чтобы всем все слышно было. Да. Зайди к Славе в комнату и скажи ему, что ты спалила его номер на стриме. Случайно. В скобочках, на всякий случай. Ну не специально же она спалила твой номер. Что сейчас возьмет, спалит, а? Не звонить. Я тогда твой спалю. Вот если Даша спалит мой номер, я спалю твой. Слушай, ну интересно, как она все это обыграет. Может, она просто зайдет и в рофл скажет, я спалила твой номер, и будет не круто вообще. Так, окей, сейчас прилетит донейшнс. Что ты сегодня ел на завтрак? На завтрак я ел панкейки. Панкейки? Со сметаной. А я бананы. Прикинь, я ел бананы. С утра кучу бананов съел. Выжидаем. Коммунизм. Ну это, знаешь, это подло с твоей стороны. Коварно очень. Что? Что ты участвуешь у меня в ролике? Ладно, я шучу, это шутка, чуваки, это шутка. А то я уже начал пост писать на ютубе. Бози меня ненавидит. Опа, прилетел до нас. Пять. Давай, слушаем. Спасибо, братан. Что за хрень? Блин, донат быстро улетел. Спасибо просто большое. Просто снова закинул, да. Даша косаря, начал. Да. Спасибо, правда. Кого из друзей ты ненавидишь? Зайди к Славе в комнату, скажи ему, что ты спалила его номер на стриме. Это какие-то пранк вышел из-под контроля, 10 часов троллю. А я могу, прикольная фигня. Подождите, отвечу. Че, ребят, может затроллить Славу? О-о-о, она согласилась себя затроллить! Я могу, чувак, знаете, слышишь я меня? Могу да, слышу. Зайти к нему в комнату прям. Выключил, я могу ему написать ВКонтакте, например, что случайно спалило. Да! Смотрим. Ребят, походите вы с своими донатами. Ой, с тревиадором. Я до бомжа хочу. ВКонтакте напишу, голосовую запишу. Я запишу. Ну что там? Ну она записывает голосовое сообщение. Это нечестно. Я думал, она зайдет к себе в комнату. Я тут все подготовился, все, короче. В Майнкрафт специально зашел, играть начал. Ладно, она записывает голосовую, это нечестно. Мне пришло голосовое. О, пришло? Давай, послушаем. Послушаем. Слава, я тут случайно твой номер на стриме спалил, извини, пожалуйста. Я сразу же удалил, но там пару человек увидели, извини. Блин, ну она сказала это не искренне. Она так сказала, знаешь, вот немного наигранно. Один вопрос. Он женщин бьет, нет? В курсе кто, нет? Там какие-то странные вопросы пошли на стриме, типа, бьет ли женщин Слава? Это я со второго пишу. Палец Даша или нет, проверка. Слышь, а сможешь к ней сейчас залететь и сказать, ты чё, ты реально спалила мой номер? Вот с таким вот. И скажи, подойди сюда, пожалуйста, Даша. Вот так вот. Ну знаешь, вот типа серьезным таким голосом. Или зайди к ней в комнату на стриме, чувак. Заходи к ней в комнату и скажи, типа, Даш, ты серьезно сейчас? Типа вот зайди... Вот с таким серьезным лицом, серьезным, максимально серьезным. Окей, давай! Окей, ты сможешь! Давай! Я верю выключу, в тебя! Погоди. Сейчас Слава придет, чуваки! Сейчас Славок залетит! Всего вроде. Чувствую себя каким-то коварным гением. Он гениальный, он 7 балетов написал. Представь, чел просто жил где-то, я не знаю, в Мухосранске, написал 7 прекраснейших балетов. Он просто лучший. Сейчас Слава придет. Ждем.
прости. Ждем. По-моему, это нет дыма. Он тебя не простит. Ты спалила его номер. Там просто есть огонь, как все понял. Может, ему еще что-то написали? Чисто дотеры только поэтому. О-о-о, заходит. Понимаем. Я случайно. Что тут дохрена? Ну ты гениально. А зачем ты по ВК ползаешь на стене? Я кучу раз говорил так. Это Даша просто... Мы потеряли наше... Боже, прости. Пранк вышел из-под контроля. Все, удаляй стрим тогда. Нет, слово не буду удалять. Удаляй его, сейчас иначе звонить не будут. Не-не-не, это шутка. Это ж я не спалила, честно, не убежала. Какая шутка? Это шутка. Славо, красавчик! Чуваки, вы просто должны подписаться на Славка. Теперь на стримах троллить будет. Да довольно. Просто подпишитесь на Славка. Это просто респектосик. Ты не убежишься. Побольше так не буду. Отвечай, я же вот такая сцена просто. Нет, прости. Прости, пожалуйста. Время вышло. Завелась стримерша в доме, а? Какие-то трудные пошли. Извините. Чел, твой номер не спалили. Пойдем в Dota 2 играть в клуба. Я только испугалась. Это так мило. Потому что, сука, нет. Нет. Что вы там со мной творите? Даша, пойдем в Dota играть. Зачем это все? Зачем? Следующий донат будет более крупный, и там будут более высокие ставки. Там донатик пришел. Тысяча? Тысяча! За тысячу? Меня так же столько трогает. Тысяча — это много. Пять? Они меня басят на 5000 рублей. Блин, чувак, ты просто красавчик. Это было так эпично. Ты просто врываешься в комнату, ты бы видел ее лицо на стриме. Она реально испуганно так посмотрела на тебя. Она еще пока что ничего не заподозрила. Чувак, это офигенно. Так, окей, я доначу 5000 рублей. 5000 рублей, Славок. То есть байт все-таки сработал, да? Байт сработал просто на ура. 5000 рублей, что ей написать? Так, а что еще можно сделать? Так, правда. Давай, ты придумаешь правду, я придумываю действие. Все время правду придумываешь, я придумаю что-нибудь. Так, пока что действие там напиши. Мне неловко задавать какие-то неловкие вопросы. Все, действие пока придумываю, я правду сейчас тоже придумаю. Сделай сальто назад. Ну, я не знаю, не, это странно. А мы хотим, чтобы она действие выполняла или правду просто, это важно. Ну, это как тебе лучше, я не знаю. Правда это плюс 500, да, я правильно понимаю. Так, давай тогда правду. Ну, я сейчас 5000 доначу, понимаешь? А, 5500 тысяч. В смысле 5500 тысяч? 5500 тысяч. Это сколько, это 5,5 миллионов? Пожалуйста. Поможем Славе накопить 5,5 миллионов. Давай, пускай будет правда какая-нибудь, типа, как долго вы встречаетесь со Славой и, я не знаю, и что еще. И было ли у вас это? Было ли у вас это? Ну, это мы подразумеваем игру в Майнкрафт. Тривиадор, да. А, игра в Тривиадор, да. Ну, да. А дальше она уже сама как-то интерпретирует этот вопрос, но мы у нее спрашиваем в контексте, играла ли она в Майнкрафт со Славой. Так, действие. Действие — сделать пятерное сальто назад. Сделать пятерное сальто назад? Я сейчас представляю, она такая: окей, изи, просто берет сальтушечку назад, фигачит пятерную, и ты такой: чё? Ладно, окей, я смайлик кота добавлю. Ну, чтобы разбавить как-то обстановку, добавлю смайлик кота. Такой в очках котик. Котик-босс такой, да? Да-да-да, котик-босс. Мне нравится вот этот такой ухмыляющий смайлик, который так рот скрючивает. А, типа такая, знаешь, ухмылочка, да? Да, да, вот. А, типа ухмылка с пальцами, да? Типа он так возле лица такой. Что я хотел сказать? Славок, огромное спасибо, что согласился поучаствовать. Не, реально круто. У нас круто получается. Вообще клево, мне тоже нравится. Так, давай. Залетел с 5000. Так. Держись, родная. Нет. Чекаем. Спасибо за вашу поддержку. Я тут, короче, я уже всем напрягаю. Нужно заново начинать. О, сейчас будет. Ждем. Какой год, да господи. Спасибо. Задержка, наверное, секунд 20, да? Я думаю, минута. Не, ну вам тоже было страшно, когда Слава злой пришел. О, 5000! Чел, ты че? Чё? Вы одновременно сказали. Не надо!
окончен. Чувак, не надо. Завершено. Зачем ты это делаешь? Классно поиграли в Тривиадор. Классно поиграли. Он 5000 доначил, ребят. Сколько? 5000. Ты что делаешь? Просто иди выполнять челленджи. Сейчас расплачусь. Зачем ты это делаешь? Господи. Сейчас какой-нибудь опять квест. Квест? Петерной сет назад. Петерной сет. Петерной сет назад. Общайтесь, Слава, было ли у вас это? Что за хрень? Я не знаю. Она не знает. Играли ли вы в Майнкрафт? Мы вообще-то за... Офигеть, чувак, зачем ты это делаешь? Спасибо. За любовь, да. В Бэтбар. Слава, конечно, я когда эту шутку придумал, я даже не закладывал в нее ничего такого. Ну типа, ладно. Бэдвайс. Так, ладно. Это осуждаю, это осуждаю. Тогда возвращай 5000, если не хочешь отвечать. Давай. 5к ушли. Изи 5к. Плюс пятерочка. Только после... Да блин, 5000, спасибо тебе большое, чувак. Все, видишь, Даша говорит нет. Что за бред? Что? Просто спросите, а где пятерное сальто назад? Она выбрала правду. Спасибо большое. После того, что она с ним сделала, он ответит, чел, я мне тебя жалко. Мне тоже себе жалко. Нет, это очень круто. Слушай, у меня появилась классная идея. Знаешь, какая? Какая? Сейчас залетишь к ней в суперчат, просто закинь ей рублей 200 и напиши «это я». 200 рублей — это я. Так, ну знаешь... Она мне сердечко за 5000 показала! Чё за отстой? Чувак! Нормально вообще. Спасибо большое, да, молодец. Блин. Мне очень приятно. Спасибо, потом что я делаете. Еще покажу тоже. Даша, давай с кровати, давай с кровати. Пятерка, ну-ка, подожди. Сейчас задоначу ей через суперчат. Давай, давай, давай. Было ли у вас это? Так, подожди. Во, это что? Это что? Роблокс! Она говорит, играли ли мы в Роблокс вместе со Славой. О, твой донат прилетел! Это я. Сейчас она запалит чат. У нее задержка небольшая. Что за чат? Да что за пошлости пишут, не понял. Даша, когда они донатили через суперчат? По-моему, да. Не знаю. По-моему, донатить. Все, теперь я построю дом. Зачекает она или нет? Не писать пошло. Майнкрафт. Еще не отобразился твой донат. Ты совершеннолетняя, да. Передай привет, Матвей, я тебя очень люблю. О! Матвей, привет. Полетел. Да-да-да, залетел. Пау! Это я. Слава, ты куда? За что? Пополняет семейный бюджет. Поворот денег в природе. Это я. Слава, мы разбогатели. А я думаю, блин, еще комиссию в Donation Alerts платить. Где-где-где, еще YouTube комиссию. Donation Alerts комиссию. Не смешно, ясно. Ты надеюсь, не обижаешься на меня. Я тут вообще в шоке. Меня просто на эмоции перебирает. В смысле? Если старюсь на 10 лет... В смысле? Надеюсь, Слава, ты не обижаешься? Она, может, не поняла, что это ты, типа, ее троллил все это время? Она, наверное, подумала, что просто я в конце. Отправил то, что... Ну, может, я так привет передал, это я. Не, ну давай я еще задоначу. Это я донатил все. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, давай-давай-давай. Знаешь, а потом будет забавно, что она увидит этот ролик у меня на канале. Знаешь, такой дистерной троллинг. Дистерная многоходовочка. Бывает стол напополам. Понял. Гениально, это я уже не знаю, сколько обманов в этом видео. Три обмана как минимум. Сможете ли вы посчитать все обманы? Даже нет, 4 обмана. Ребят, напишите в комментарии, сколько у нас было обманов в этом видео. Мы крутые обманщики, йоу. Прикинь, у меня только сейчас твой этот донат отобразился. Я через суперчат кинул. Бандаша. А, так она так прочитала. О, а зачем прочитала? Мне 400 еще отправил? В смысле? 400 кинул. Ну ты чё, Слава? Блин, можно же было 40 отправлять. Я не поняла, ты чё... Чё? Чё? Ты чё, меня типа там затроллил? Многоходовочка. Ага, и кто теперь смеется, а? Слава! Смеется тот, кто смеется последний. Пау! То есть подожди. То есть я... По твоей просьбе спалила же твой номер фейковый, ты пошел на меня еще ругаться? Па-па-па-па-па! Вот это многоходовочка!
Нет, да. О, кто-то хлопает нашим гениальным тактикам. Я тебя убью, я тебя убью. Это просто клэп просто. Это было круто. Да, это было круто. Ладно, ребятки, на этом наш ролик подходит к концу. Ребят, еще раз вам скажу, обязательно подпишитесь на канал Славка. Ну, реально, огромное спасибо, что поучаствовал. Не каждый согласится на такой супер жесткий троллинг. Ну, это было и правда не по лайту. Да, это было не лайтовенько. И также влепите лайкос под этим видосом. Чем больше лайкосиков, тем больше троллингов стримеров. Увидимся с вами в следующих видео. Адьос. Адьос. Playtime.